Вероника Оболенская – единственная женщина среди участников конкурса профмастерства водителей автобусов. С детства мечтала сесть за руль. В результате вот уже 5 лет работает водителем на городском пассажирском автобусе номер 24, который курсирует от автостанции «Аврора» до Хлебной площади. И если среди водителей трамваев женщин много, то для автобусного парка Самары это скорее исключение. Один дедушка, например, заходил, несколько раз поблагодарил, назвал сынком. И уже мне устало слушать, говорит, ну я уже не сынок, я девушка. Он обернулся, говорит, ну ничего, у всех беды с рождения бывают. Ну то есть там историй в жизни полно. Но в основном курьезы возникают из-за того, что видят женщину за рулем. По привычке все обращаются как к мужчине. В конкурсе приняли участие 16 команд из разных городов области, всего 33 водителя высокой квалификации. На первом этапе они сдавали экзамен на знание правил дорожного движения, на втором соревновались в скоростном маневрировании. Цель этого конкурса – совершенствование профессионального мастерства и повышение авторитета профессии водителя. Этот конкурс должен выявить лучших перевозчиков, лучшие на линии, лучшие кондукторы, лучшие водители. Смотрится транспортное средство, смотрится знание правил дорожного движения. Приехали сюда поддержать наших участников. Это традиционно. Подготовили им денежные призы от профсоюзной организации, поэтому будем болеть за наших. Этап состоит из 9 фигур. Одна из самых сложных – импровизированная пассажирская остановка. К ней водитель должен виртуозно подъехать, соблюдая расстояние от бордюра. Оно не должно быть меньше 20 сантиметров. Не менее сложная фигура – параллельная парковка задним ходом. Участник конкурса не должен сбить ни одной стойки. Получилось не у всех. И самая, наверное, зрелищная фигура – езда по кругу передом и задом. Регламенту на прохождение всего этапа участнику конкурса дается 10 минут. Приветствуется четкость прохождения. Скорость здесь, она наоборот, влияет даже хуже. А когда четко проходит по фигурам, баллов начисляется больше. По количеству наград первое место в групповом и личном зачетах у команды из Тольятти. Победители отметили кубками, дипломами и денежными призами. Виктория Шара и Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.